Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Жизнь с нуля. С вами, как всегда, автор и ведущий канала Вячеслав. Сегодня хочу заснять очередное видео на тематический уже вариант того, чем я занимаюсь. Я в прошлом обычный городской житель. Вот. Но за 4-5 лет жизни, скажем так, в условиях полусельской местности освоил разведение кур и других домашних хозяйственных животных. Кур, гусей, индюков еще только не водил. Вожу коз. Вот. Значит, тема, которую я сегодня хочу затронуть, связана с вопросом, почему так неприбыльно малое крестьянское хозяйство, там личное подсобное хозяйство. Многие мне пишут и говорят, что это гибельный курс, что на самом деле прибыли нет, или если есть, она очень низкая, или если есть, то она нулевая, то есть все, что затратил, то и как бы приобрел. И действительно правильно говорят, и тому есть целый ряд причин, о которых я сегодня хотел бы поговорить. Ну, скажем так, не просто поговорить, а немножко поделиться своим видением этого вопроса. В качестве исторической справки скажу, что были времена, когда Россия дореволюционная была крупной аграрной державой. И, к примеру, за экспорт куриного мяса и яйца за границу, за вырученные деньги, опять-таки подчеркиваю, что это за экспорт, государство покупало у народа, у крестьян, и крестьяне это продавали, то есть были госзакупки. Вот. А в дальнейшем оно это продавало за границу. Получалась эта прибыль. Так вот, прибыль, которую она получала, значит, она, в общем-то, шла на то, чтобы содержать государство. Вот. То есть закупки были у помещичьих хозяйств, у крестьянских хозяйств. Вот. И, в общем-то, за вот эту разницу, которую государство получало, в итоге маржа, вот за нее можно было за год построить крейсер «Варяг». То есть достаточно было средств. Представляете себе объем. И почему же вдруг за, ну, скажем так, две трети века вдруг все стало так плохо? Каковы причины? Дело в том, что причины в умышленном уничтожении именно крестьян как собственников. Вот. И это первая причина. И вторая причина — полностью уничтожен так называемый быт крестьянский. То есть нам все время преподают, что крестьяне-то были такие забитые люди, то есть которые не знали, были неграмотны, были как бы отсталы, и, в общем, пока советская власть не пришла, то есть они были так себе. Вот. Но это все неправда. Я сейчас не буду ударяться в моменты истории, вы их можете сами найти в YouTube, сейчас в свободном доступе, там в Википедии можете почитать. Я хочу поговорить о причинах. О причинах, почему крестьянское подсобное хозяйство может быть невыгодно. Первая причина — это в том, что люди не до конца меняют свой быт. То есть для того, чтобы крестьянское хозяйство приносило прибыль, оно должно работать по принципам законов природы. То есть вот солнце встало, солнце село. Значит, должно быть определенное количество земли у человека. То есть дачные участки, как бы подсобные, как это сказать, придомашние хозяйства, они достаточно сильно ограничивают человека в развитии. Потому что для того, чтобы выпасать скот, для того, чтобы выращивать корма, для того, чтобы содержать сады, нужны большие площади. Вот. Соответственно, Вика, что у тебя там? Вика,
Вика! Вот. Соответственно, если вы заводите хозяйство, а у вас нет земли, вот, то, естественно, вы будете испытывать проблемы достаточно серьезные. Вот. То есть вам нужна не одна скотина, то есть вам должно, у вас должно иметься несколько видов животных, несколько видов птиц. Если вы не имеете площади, где это все выпасать, то, соответственно, у вас будут проблемы. Например, гусь очень прибыльная птица, вот, но ей нужен выпас. То есть это птица, которая ест очень много травы. Вот. И если вы его будете кормить зерном, он с вас снимет штаны. Но если у вас будет возможность выгула, если у вас будет какой-то водоем, то у вас всегда будет мясо, у вас всегда будут подушки. Вот. И вообще птица достаточно такая неприхотливая. Вот. Куры. Почему, допустим, неприбыльны могут быть куры? Куры очень сильно подвержены заболеваниям. В связи с тем, что клеточное содержание не дает возможности курице опять-таки кушать то, что она хочет. То есть курица, она, ну, по большому счету, почти падальщик. Ну, то есть не падальщик, а то есть такой санитар. То есть она вот, в общем-то, может спокойно вот из этой кучи навоза, то есть выбрать все то, что, в общем-то, не вредит ее организму. За счет этого увеличивается ее улучшается ее иммунная система. Если курица не пасется, соответственно, она начинает болеть. Соответственно, вы не можете получать нормальное количество яйца, не можете зарубить ее на тушку. Вот. Коза, вот, которых я сейчас вам показывал, козы тоже существа такие, что им нужно пастбище. Причем пастбище нужно не просто большое, а огромное. Это животное любит ходить, любит гулять. Чем больше оно ходит и гуляет, тем больше оно дает вам молока. Вот. Тем больше оно лучше размножается. То есть это вторая проблема, да, то есть нужны площади, нужно, во-первых, изменение жизни, глобальное пересмотрение жизни, то есть нужно изменить свой образ жизни, образ мышления, вот, для того, чтобы это потом вылилось в нормальное, скажем так, взаимодействие вас и то, чем вы занимаетесь, вот, и заниматься вы должны этим каждый день, плотно, вот. Второе, нужна земля, то есть дачные дворовые участки, они не подходят, вот, потому что они маленькие, площади земли нужно больше. Вот. Третья проблема, это механизация. Вот. Раньше механизация осуществлялась путем лошадиной тяги. И лошадиная тяга, она имеет ряд преимуществ и ряд недостатков, но преимуществ все же больше. То есть, когда лошадиная тяга налажена, то получается, что вы не тратите на ГСМ. Лошадь как животное помогает вам передвигаться с минимальными расходами, дает вам возможность, скажем так, саму себя обеспечивать и обеспечивать, кормить все свое хозяйство. Так как лошадиной тяги нет, мы перешли на трактора. Это и трактора, там комбайны и все остальное. То есть это все, конечно, механизировалось. Производительность увеличилась, но цена такая космическая на все эти вещи, что купить обычному человеку это очень сложно, и иногда даже вообще невозможно. Вот. И так как альтернативы нет, то есть навыки работы с лошадьми утрачены, техника стоит заоблачно, бензин дорогой, то, соответственно, это очередная проблема, то есть, которую надо решать каким-то образом. То есть, если вы хотите развиваться, если вы хотите иметь какую-то прибыль от хозяйства, то есть лошадь вам помогает минимализировать очень сильно расходы. Вот третья тема, ну, она третья не по значению, а по своей, скажем так, необходимости, по своей, скажем так, важности, она первая. Она больше связана с первым пунктом, да, то есть изменением образа жизни. Крестьянское хозяйство предполагает задействованность семьи. Причем не просто семьи, а многодетной семьи. То есть, если вы одинокий человек, если у вас нету жены, если у вас нет детей совместно нажитых, то вам очень сложно заниматься крестьянским хозяйством, соответственно, сложно его сделать прибыльным. Например, такое животное, как корова, это семейное животное. То есть, так устроена корова, что когда она есть в семье, то есть, она задействует всю семью. Вот. И чем больше семья, тем легче заниматься и всем хозяйством, и, соответственно, той же самой коровой. То есть, соответственно, если брать ту же корову,
с двумя-тремя коровами гораздо легче общаться, чем с одной. Вот. Это, ну, как бы закон такой. Значит, то есть, да, те усилия, которые вы тратите на одно животное, вы столько же можете тратить на двоих-троих, вот, но получать выхлоп гораздо больше. Соответственно, если у вас большая семья, вот, а большая семья это от трех детей и выше, а вот три это еще очень мало, вот, то, соответственно, вы, в общем-то, обрастаете крестьянским хозяйством, то есть которое, в общем-то, начинает уже вам через какое-то время приносить прибыль. Вот. То есть первое, да, это если вы изменяете свой образ жизни в пользу занятий крестьянским трудом, то крестьянское хозяйство начинает приносить вам прибыль. А второе, это наличие земли, чем больше, тем лучше. Вот. Третье, что я там сказал, забыл. А, это механизация, да, то есть какая она у вас. То есть в данном случае у вас должен быть либо транспорт, либо лошадь. Вот. Потому что в личном подсобном хозяйстве без колес или без копыт очень сложно. Четвертое – это семья. Вот. И, наверное, скорее всего, все. Вот. То есть вот эти четыре фактора, они будут влиять в сторону прибыльности личного подсобного хозяйства. Если все это есть, или вы хотя бы к этому движетесь, чем ближе вы, скажем так, к решению проблем в этих четырех направлениях, тем больше крестьянское хозяйство начнет вам приносить прибыль. Вот. Соответственно, прибыльность крестьянского хозяйства, она не просто выражается в деньгах, она еще выражается также в том, что вы получаете некую продовольственную безопасность, некую независимость социальную. Вот. Вы меньше имеете проблем с воспитанием детей, потому что дети растут в труде, дети растут в ответственности. И преимуществ, как бы, можно называть много, поэтому, когда вы начинаете свое крестьянское хозяйство, оно дает выхлоп именно многоплановый. Это не просто ЛПХ, это не просто крестьянское фермерское хозяйство. Это образ жизни, образ мышления. Поэтому, если вам хочется заняться подобного рода деятельностью, подумайте об этих четырех вещах, потому что все они будут влиять на то, насколько вы получите выхлоп от того, чем занимаетесь. Это вкратце то, чем я хотел бы сегодня поделиться с вами, уважаемые друзья, подписчики. Вот. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Вот кому не понравилось, дизлайк. Комментируем. Всем пока.